Короче. Ну что, 6 июня. Ну и как бы отдых, отпуск. Я на море. Такое небо. Тучами заволокло. О, там вообще классно. Вообще супер. Супер-пупер. В общем, что хочу сказать. Ехать надо, конечно, было бы в июле. Вот. Ну так грамотно. По-человече. Но я поехал в первый раз. И не знал, что, как, почем хоккей с мячом. И теперь вот наслаждаюсь теми видами, которые есть. То, что предоставила погода. Ну, я, конечно, не знаю, что было бы. Себе поехал в июле. Или в августе. Может быть, лучше было, может быть, хуже было бы. Не знаю. Просто тупо реально не знаю. Ну так мне, в принципе, нравится. Единственное, что нету солнышка. Вот единственный момент. Все. Остальное все. Так. На очень твердую 4 с огромным плюсом, переходящим в 5. Мне даже 5 с огромным плюсом. Вот так. Единственное, что вот погода подкачала, подвела. В общем, как бы лежишь, тебя, в общем, воздушный поток омывает, такой теплый ветерок. А солнца нет. Душно и все. И небо серое, затянутое тучами. В общем, ехать можно и нужно отдыхать. Единственный момент — ехать так в июле, в конце. Не раньше. На месяц позже надо было брать, все. Все было бы хэппи-энд. По погоде хэппи-энд. Так и так хорошо все. Кайфово, меня все устраивает, абсолютно все. Единственное разочарование, очарование — погода. Ну, будем наслаждаться тем, что есть. Все, пока-пока.